Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Towerlands. В давние времена по всему миру шла молва о богатом, процветающем городе Towerlands, пока однажды темные силы не вторглись в его земли. Упачки. Что за орлы тут на нас идут? Ё-моё, эй-эй-эй-эй-эй, тихо. Ну тут смотри-ка. Ё-моё. Так. Вроде отбиваемся помаленьку, да? О, дракон какой-то летит. Ой-о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 й. Смотри, база. Рухнула к ядрени фени. Город пал, башни и герои не выстояли перед натиском врага. Но кое-кто смог выжить. Малыш поклялся стать храбрым воином, чтобы возродить все то, что было потеряно в страшной битве. Годы он оттачивал свои умения, чтобы стать сильнее и примкнуть к рядам героев. Восстановить боевую башню города. И вернуть былую славу города Towerlands. Давай защитим нашу башню от набега разбойников, говорит нам некий маг. В бой. Первая волна. Это что у нас тут? Это обычно какие-то разбойники, судя по всему. А что они так ускорились-то? Эй, родные, что ускорились так? Здравствуйте, приплыли. А у меня всего лишь лучник один, да? И... Ну ладно, надеюсь, они ватные. Так, я пока ничего не делаю, ребята. Абсолютно ничего не делаю, они тут сами. Так, у юнитов на башне могут быть уникальные умения. Жми на лучника. Лучник может пускать град стрел в противников. Укажи область, куда применить умение. Вот сюда можно? Во, совсем другое дело. Так, лучники стреляют по целям в выбранной области. Если там пусто, в ближайшую цель. Понял, вот этих, пожалуйста. Так, отлично. Ну, смотри-ка, с этими орлами мы справились. Победа, волна 1 пройдена. Так, продолжить, конечно же, продолжить. Так, мы с тобой получаем монетки, все дела. Башню можно улучшать за золото, при этом увеличивается количество слотов и прочность башни. Давай улучшим башню, чтобы получить еще один слот для установки юнита. С удовольствием, с удовольствием. Отлично, давай купим нового юнита и установим его на башню. Рыцарь это у нас будет. Купить, конечно же, друзья мои. Покупаем, так, и устанавливаем, да? Вот сюда мы его ставим. Дозорные заметили приближение противников. Нужно защитить башню. В бой. Вторая волна, ребята. Опять эти разбойники, да? Ну да, те же самые. Так, ну у нас... Воу, смотри-ка, мы можем что-то... Ух ты! Мы вызвали подмогу, так сказать. Отлично. Руби кромсай этих гаденышей. Это действительно какие-то бандиты заключенные. Видите, у них ядра к ногам привязанные. Это всегда так делали беглецам. Так, давай этого орла уничтожим. Все. Отлично. Вторая волна пройдена. Мы с тобой, естественно, получаем монетки, опыт и так далее. Для защиты от сильных противников необходимо улучшать юнитов. Давай сделаем это. То есть в данный момент мы с тобой проходим некое обучение. Так, юниты. Посмотрим, что умеет этот юнит. Что умеет лучник, давай посмотрим. Так, улучшить бесплатно. Наверху башни у нас находится модуль с лучниками. Их также стоит улучшить. Ага, понял. Так, основная боевая сила башни замедляет всех противников, которых попали. Ага, вот они что делают. Пора идти в бой. Да, Мерлин, я слушаю тебя. Слушай, а мы можем еще прокачать, смотри-ка. Опа, третьего уровня, могу еще разок. Слушай, а я могу вот этих улучшить? Могу, конечно. Так, призывает соратников на поле боя. Давай вот так вот, второго уровня, третьего и, наверное, лучника тоже так же прокачаем. Обрушивает тучу стрел в указанную область. Все, больше у нас, по-моему, финансов нету. Так, башня. Для размещения юнитов модулей и вышек бой... Чего? Для размещения юнитов модулей и вышек бой проигран, как только заканчивается прочность. А, понял. Давай улучшим прочность. Вот, 200 у нас уже стало. Было 150. Пройди волну 5, чтобы построить свой собственный город. В плане. Свой собственный город?
Ох, тут уже катапульта появилась, ты видел? Так, смотри-ка, у нас новый враг-разбойник. Так он же и был вроде бы, вот он с ядром бежит. Еще один разбойник, это уже лучник. И разбойник с катапультой. Где они там с катапультами? Вон он идет, там ползет. Так, соратнички, выходим. Бомбим сюда. Отлично, шикарно. Так, хорьки идут. Так, у нас с тобой, видишь, копится здесь энергия. Соответственно, как только накопится, мы с тобой сможем призвать еще подмогу. Верно, я так понимаю? Да, именно так оно и происходит. А ну-ка, вот сюда, шмальни. О! Фиг, катапульта ватная, господи. Мы ее разбомбили, друзья мои. Продолжить, конечно же, о чем тут может быть речь. Так, башня, что там мы с тобой можем еще улучшить? По ходу дела, да? Так, требуется волна пятая, чтобы дальше прокачивать. Ладно, а модули? Так, перетаскивай. Перетащи юнита в пустой слот башни из списка. Ставь, нажми на кнопку и выбери пустой слот на башне. Понял. Так, я могу их улучшить. О, видишь, как они там улучшились, красавчики-то наши лучнички. Ну что, поехали, четвертая волна. Нам нужно пятую волну пережить, да, чтобы можно было бы строить свой город. Давай, ратники, вперед. А у ратников, смотри-ка, энергия заканчивается, да? Когда они идут. А ну-ка, бомбанем сюда. Отлично. Идут корявые, смотри. Ну хорошо, что хоть медленно идут. Так, ратники, вперед. Давай, не даем пощады им. Каждого валим. Так, тут еще катапульта у нас стоит, да? Все. Хламину, ребята, просто в хлам мы их разнесли. Получить бонус за рекламу. А можно это пропустить? Я просто сейчас не хочу пока ничего смотреть. Пришло время заняться городом. Это очень важная часть вашего королевства. В город, ох. Нам доступно очко улучшений, пора вложить его. Вложить его? Давай увеличим золото за убийство противника. Так, увеличивает золото за убийство противника. 2,5% всего лишь. Золотая шахта, построить. Золото можно добывать не только в бою, но и в шахте. Чтобы построить ее, жми на кнопку построить. Логично. В шахте идут работы даже тогда, когда ты не следишь за королевством, то бишь офлайн. Понял. Золото из шахты надо где-то хранить. Давай построим хранилище. Да с удовольствием. Здесь показывается вместимость золота в хранилище. Не забывай собирать золото из хранилища вовремя. Ага, все, я усек. А я могу прокачать? Ну, например, до второго уровня. Улучшить нужно 10 тысяч. Хе-хе-хе-хе. Или же 10 гемов. А у меня 10 гемов есть, но я пока не буду тратить, ребят. Так, а тут у нас 3 тысячи, да, для улучшения. А сколько вместимости-то, можно узнать? Пока непонятно, сколько вместимость. Это у нас на 30-й волне откроется. А это что? Про игрок. 599 рублей, понял, это донат. Это мы куда очки с тобой вливаем. И все пока, да? Башня. Так, юниты. Мне кажется, надо нам прокачать наших маленьких юнитов. Наших, так сказать, бравых бойцов. Ну что, в бой. Босс. Там было написано босс или мне показалось? Разбойник, новый враг. Еще один разбойник с факелом. Да? Так, ну-ка, ратники, в атаку. Мы сюда бомбанем с тобой. О, полегли, красавцы. Опа-на, опа-на, смотри, кто идет. Глава разбойника по ходу дела. Так, не подходить, не подходить к моей тележке. Так, ратники, выходим. Давай-ка я, наверное, вот в босса бомбану. Если бы я еще и попал бы по нему хотя бы. Так, тихо, тихо, мы его вроде как... Мы его должны завалить. Не подходить, я сказал. Ох, ничего себе, он бомбит, смотри. Ё-моё, мы его подбили. Но он нехило нас помутузил. А этот убежал куда-то. А куда он побежал, а? Так, бонус, блин, конечно, хотелось бы получить деньги больше, но для этого надо смотреть рекламу. Я, честно говоря, сейчас не готов к этому делу. Так, башня. Опа. А у нас башенка-то подросла, друзья мои.
Так, ага, новый юнит. Арбалетчик. Купить за 1000 монет. Новый юнит, тактик. Стоит 10 брюликов. Цель. Замок, летающие наземные. Дальняя атака по одиночной цели. Умение. Увеличивает количество опыта за убитого врага на 25%. Увеличивает количество опыта... А, ну это уровни, да? Первый уровень, 25, 50, 100, 100... 400 уровень. Что, серьезно, что ли? Так, погоди, а куда... Ага, вот у нас арбалетчик. Я ведь могу его вот сюда поставить, да? Да, вот он стоит тут, красавчик. И в ус не дует. И я ему немножко прокачку сделаю еще. Но, тем не менее, у нас с тобой уже два стрелка. То есть... Лучники и арбалетчик. Ну где там эти хлопцы? Идут? Идут. Так, огонь сюда. Ратников вызываем. То есть у нас с тобой, что ли, одни стрелки будут, да? Ой-ой-ой, там катапульта бомбит. Блин, что же вот так слабо? Наверное, надо все-таки персонажа нам прокачивать. Как-то не очень хорошо тут получается у нас. Ой, сейчас разнесут мне. Фух, ты видел, сколько там здоровья оставалось на нашей башне? Слушай, дай-ка я, наверное, гляну, а. Так, я получил награду, да? 4500 голды. Слушай, это неплохое подспорье, если честно. Так, ценная подмога. Подарок, который поможет тебе в трудную минуту. Чернокнижник. Но стоит 300 рублей. Нет, спасибо большое. Можно как-нибудь без этого? Тут уже 1500 накопилось у нас, кстати. Мы можем с тобой... Ага, улучшить. Золотую шахту. Давай. А, 40 голды в секунду будет добываться. 15000 голды для следующей прокачки. Понял. Так, все, вроде бы здесь нам больше делать нечего. Надо вот тут вот заняться башней своей хорошенько. О! А, тут еще, смотри, я не могу дальше прокачивать, типа, видишь, написано, требуется 8-я волна. Так, ну ладно, а рыцаря, если я буду прокачивать. Так, 40 атаки. О, лучника, ты видел, сколько всего лишь? 16 к атаке. Блин, то слабо. Поехали, ребят, 7-я волна. Аглоеда, на нас бегут. Ну-ка. Причем он сам не воюет, он высылает именно только ратников. Ты понял, да? Опа. Вот почему лучники наносят не очень значительный урон. Надо их прокачивать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они подходят. Выходим, ратники. Блин, как же мне быстро. И надо прокачивать, конечно же, нам нашу башню. Иначе мы так далеко не уйдем с вами. Так, ну. Последние аглоеды. Вот так вот. Закромсали мы их. Так, я надеюсь, тут... Нет, тут, видишь, больше не дают рекламы. Ценная подмога 4 часа действует, да? Башня. Слушай, ну я башню вроде бы как прокачиваю. Может быть, модули надо. Я не знаю, что лучше. Лучника, наверное, будем прокачивать, да? Всего лишь 22 атаки у него получается. Что там в городе у нас? О, доступно очко улучшений. Увеличивает золото за убийство противников. Так, увеличивает опыт за убийство противников. Увеличивает прочность башни. Увеличивает здоровье призванных существ. Увеличивает время жизни призванных существ. Уменьшает время перезарядки активных умений. И увеличивает урон от критического удара. Тут еще у нас на 150-й... Ё-моё. Прокачки башни будет что-то новенькое. Ну что, давай еще, наверное, да? О, 5% голды мы с тобой будем уже получать. Так, теперь сколько у нас? Тыщенка еще есть. И я могу, наверное, прокачать и юнита. Ага, только лишь арбалетчика. У арбалетчика 40 к атаке, как ни странно. Понял? У арбалетчика 40 к атаке. Так, а по модулям? Центр, низ. Смотри-ка, если ты прокачаешь башню до 10 уровня, будут открыты новые какие-то модули, да? А центр до 20 нужно уровня прокачать, чтобы у нас был центр. Интересно посмотреть на это все дело. Так, ребят, 8-я волна. Шитики, как всегда, кучей бегут на нас. Мы, естественно, не будем тут стоять и молчать, а будем их атаковать. Давай, 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 давай. Две катапульты ползут. Так, две катапульты. Их нужно как-то
Блин, естественно, мы начинаем бомбить по солдатам, а катапульты начинают разносить. Давай подмогу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж такое-то, как нам быть? Так вот может быть. А, сейчас разнесут. Не успели, мы победили, ребята. Чуть-чуть, и нас бы хлопнули. Так, еще один бонус. Ну, мы получаем с тобой не 4, а 5, даже с половиной тысячи голды. Я могу, наверное, подкачать маленечко. Значит, нам написали башню прокачивать, да? Уровень 8, уровень 9. Ага, 10-я волна нужна. То есть, если мы проходим с тобой 10-ю волну, мы сможем потом что-то приобрести, прокачать на этой башне. Так, у нас, нифига, у них 1347 мощей, а у меня всего лишь 500. Это разве справедливо? Ой-ой-ой-ой-ой, там еще одна волна идет. Там еще одна волна. Нам нужны ратники. Давай, родные, выходите. Так, лучник, ты готов? Он готов. Шикарно. Интересно, тут будут боссы или еще что-нибудь такое? А, ну, в принципе, будут. Первый же босс у нас был. Первый, да? В обучалке. Мы можем сами нападать на противников. Давай взглянем, на кого можно напасть. Карта открылась у нас. Опа. По соседству с нами есть лагерь разбойников. Предлагаю захватить его. Так, располагается у подножия горы Ардруин. Выглядит неприступным. Атаковать. Возможно, награда 15 тысяч голды, прикинь. Так, разбойник. А разбойник какой-то, шаман. Это какие-то монголы, ё-моё. Похоже на них, да? Так, катапульта, ты тут... Ты, пожалуйста, мне тут не буянь. Ну. Так, ну... Слушай, а чё мы так их быстро разбираем? Они вроде как бы по мощам были сильнее нас. Так, тихо, тихо. Катапульта, не надо тут выделываться. Давай, давай, пробиваем башню. Сейчас ушатаем ее. Есть. Ух ты, 15 тысяч голды. Ты прикинь, мы можем еще и бонус получить. Итого у нас, ух ты, за 30, да? За 30 тысяч получили мы с тобой. Слушай, я думаю, что это неплохо. Что такое опять на карту у нас отправляют? Теперь этот замок наш. Посмотрим, что внутри. А что внутри? Замки добывают нам золото, но их хранилище очень мало. Периодически заглядываю сюда, чтобы они не простаивали долго. Заполнено. Ага, улучшить бесплатно. 1500, да? Подожди, а я... У меня же тут накопилось денежек, почему я не могу взять? Не, дай-ка я зайду. По-моему, там накопились деньги, и я имею полное право забрать. Правильно, 1500. Ничего себе, они тут захотели. Так, улучшить еще. 2000 будет храниться. 2500. Итого 3000 голды. Ну, это на данный момент. Ух ты, тут смотри-ка. Оу. А что это за повозка такая? Будь осторожней. Могучие отряды гоблинов могут легко подорвать твою башню. Угу. Гоблины там, значит, да, стоят. Так, ну ладно, мы с тобой будем... Так, подожди, а что-то ведь должно было... А, смотри-ка, что-то появилось. Новый юнит. Выдвижные кулья. Атакуют противников перед башней, уменьшает урон по ней. Есть шанс вызвать кровотечение у врагов. Купить 3К. Так, ставить-то как ее? Подожди, я хоть поставил? Ага, вот. Улучшить, улучшить. Ну, посмотрим, что это у нас за таран какой-то. Поехали. Так, подожди-ка, 10-я волна. Вот здесь, наверное, точно будет босс. Наверное. Пока я никого здесь особо не вижу. Так, давай проверим. Шмальнем сюда. Их там... Ага, босс идет. Идет босяра. Ух ты, смотри. Шипами, мы их просто бомбим шипами. Прикольно. А вот и босяра появился. А по боссу, по-моему, все равно, да? Что мы по нему стреляем, не стреляем, у него... Где у него здоровье вообще? А, вот.
Вот оно. Полосочка здоровья, вижу. Эй, тихо, 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 малый. Блин, сейчас меня разнесут. Или не успеют. Не успели. Мы прошли с тобой. Прошли этот уровень, так, мне не нужны пока бонусы. 3 гема, кстати, получаем. Итого у нас 3290 голды. Так, прокачка. Если мы прокачаем до какого там? До 20 уровня у нас еще что-то с тобой, да, откроется? Так, а что я больше... Вот, нормуль. Так, лучник у нас пока 8 уровня. Он самый лидер. Так, это у нас карта. Надо зайти в город, посмотреть. Смотри, уже 3000 накопилось. Слушай, ну неплохо. Денежка копится. Так, доступно 1 очко улучшений. Увеличивает золото. О, красиво, да? А, вот у нас уровень-то где растет. То есть нам нужно с тобой 10 тысяч опыта заработать. И у нас появится еще 1 очко, ну, улучшений, так скажем. Эть, орлы бегут. Орлы бегут, а мы стоим. Надо бы вот этих, наверное, лучников, которые наверху, тоже их прокачивать. Хотя бы потихонечку, да? Ну куда монгол пошел? Давай, так, он упал. Ратники мои тоже сдулись. Ненадолго их хватило. Блин, катапульты бесявые. Они все, больше всего бесят. Так, погоди. Во. Совсем другое дело. Так, давай, родной мой, подходи. Видишь, они там застаненные, как бы. Все, развалились. Ну что ж, неплохо. Так, 7.74, это мало. Мало этих бонусов. И все. 12-я волна. Друзья мои, смотрим. Подожди, пока отмена. Ага, отмена. То есть отменить нельзя. Я кликнул, да, и стрелы куда-то вылетели. Тут уже серьезная заявочка. Смотри, что происходит. Может, разберемся, а? Давай вот так вот сделаем. Отлично. Эть! Давай. Копьями жарим. Все. Подбили, друзья мои, подбили. Ничего сложного нет. Ну, я так понимаю, это на первых уровнях, да? Все, ничего так сложного не будет. А дальше будет, наверное, ого-го, как сложно. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня пока этого будет достаточно. Пишите свои комментарии по поводу этой игры. Ну, а с вами был Рэй. Всем удачи и до новых скорых видосиков.